ты тут видишь, ты, блядь, зелёные дерева. И что ты понимаешь, мы же, наверное, за не один день работаем, да? Конечно. А сколько тебе их говорили? Иди туда. Ну, сейчас прошло года работы. 18 июля 2012 года мы находимся в лесопосадке совместно с егерями и с депутатами Видёпольского поселкового совета. Наша группа удалось выследить и задержать группу людей, которые занимаются незаконной вырубкой лесов. Мы сейчас находимся в такой посадке, которая внешне кажется густой, но когда заходишь внутрь, полностью внутри, полностью пустое место. Потому что работают уже не один день. Ребята егеря следили и ждали целую неделю. И вот сегодня им, ну, можно сказать, подвернулась удача, но на самом деле это не удача, потому что эти люди, конечно же, уничтожают нашу природу. Но, слава богу, сегодня их удалось поймать. Как вас зовут? Александр. Александр, как удалось задержать? Ну, следили, вычисляли, обижали угодья и по следам, по этому. Давно орудуют они, как вы думаете? Ну, я не знаю. Ну, много уже вырублено? Ну, нормально, вырублено нормально. Нормально, да? И здесь есть автомобиль, орудие, чем пилили, там двое их ребят, да? Трое. Трое ребят, значит, есть автомобиль, есть очень много заваленных деревьев. Мы сейчас стоим возле одного из такого деревья, я не знаю, но этому дереву, наверное, лет 50, если не больше, да? Да. Да. Просто смотрим на это, зеленые деревья валятся беспощадно ради какой-то наживы. Мы вызвали сейчас полицию. И будем составлять соответствующие бумаги, писать заявление для того, чтобы открывалось уголовное производство и всех виновных привлекали к ответственности. А как вас зовут? Слепо. А как вы здесь оказались? Среди этих ребят? Кто? Кто вам предложил этим заниматься? Помогал. А? Помогал. Помогал? А кто попросил? Откуда вы вообще? В каком? Где живете? Радиополе. Радиополе? Да. А где-то работаете? Ну, вообще я подработаю на стройке. И вот подрабатываете вот так? Да, так. Давно уже? Точно. При возможности просто помогаю. Честно. А где вы в Видёполе живете? На Винницком эскорте. На Винницком эскорте. Юрий, это ваша машина? А? Да. Да. А кто, с какой целью вы приехали в лес? Ну, в посадку. Давно этим занимаетесь? Нет. А какой раз? Первый раз. Первый раз, да? И сразу столько много нарубили? А сколько тут само? Ну там час работы. А чья пила? Моя. Ваша? Вы с дома? Где вы живете? Видеополь. А, Видеополь. На Скурте тоже где-то? Да. Тебе легче, а чья машина твоя? Да? А ты тоже за Видеополь, да? Да. Как зовут? Видеопольский хлоп. Ехали. Вы бачите, что с посадками делаете? Вы их уничтожаете полностью, хлопцы. Як ми державу будемо піднімати, якщо ми всі будемо так різати в одному дереву? Я оце все не спилював, що тут було, розумієте? Ну бач, ти зараз вже... Зараз це спиляв, я не спорю, я зараз спиляв там тих 5 дерев, ну... Проблема не в тому, що поймали тебе. Я розумію. Неділю іскали цих людей, які пиляють, розумієш? Неділю цілу. От Ігоря, я буду різати, завтра поїду, ти поїдеш різати, ще третій поїде різати. І що буде з цих посадок? Що каже дівчина? Їх же ж нема. Я розумію, що тяжело зараз в державі жити. Тяжело всем, хлопцы. А где-то ты работаешь же? Конечно. Где? Водителем. Водителем, да? А чья цель? Моя. Личная? Да.
А кто попросил, кто инициатор был этого? Ну, это же правоохранительные органы задают вопросы, кто попросил. Хлопцы сами пойдут себя. Ну вот чего вы решили поехать рубить? Домой дровно рубить. Кушать. Так, а для чего рубить зеленые деревья? Что нельзя сухой было собрать? Большое дерево сухие вот было. Ну так вы засняты, какие у нас большие дерево сухие. Ну иди поди сам подойся, листья всем зеленые. Там кроме него есть. Там впереди него целая просека срубана, деревьев 5 срубано. Ну что, хлопцы? Мы ж с прошлого года егеря дежурят, все дежурят. Ночами сплять. Прийшли там возле канала повністю посадку всередині. Ти ж бачу, все повирубували. Напротив бригади все повирубували. Ну так що це? Давай вирубуємо все. Екологію повністю уничтожимо, бо нам треба топити или що. Що там треба робити? Ну что, уже 23.05, оперативно-следственная группа на месте, заявление принято, опрашиваются свидетели, вещественные доказательства описываются, там есть и бензопила, есть и топор, есть и горючие смазочные материалы для всего этого. Вещественные доказательства в виде срубленного находятся в автомобиле, все это будет забираться сейчас на штрафплощадку. Роман Вершница, Андрей Хлопчик, Альтернатива Орг.